Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть Your Today Rogue. Значит так, в прошлой серии, друзья мои, на середине, ну практически на последнем забеге у меня оборвалась связь. Короче, я вам вкратце скажу, дошел до босса, до червя, я его завалил. И получил, по-моему, броню вот эту вот. Вот эту броню синюю, ребята, и сразу же поменял, потому что... Была у меня до этого надета вот это, насколько ты помнишь. Так, что у нас тут есть? Блин, я обычно, ребята, перед видосиком смотрю вот эти ролики, забираю награды, но я уже сделаю тогда после. После этого видоса. Открою, посмотрю, что там мне достанется. Так, баксы. Ключ. Получил, значит, мы с тобой сможем сейчас открыть сундук. Открываем. Да, ну, технологическая броня — это ересь полная, если честно. Мне не нравится. Три штуки будет, можно будет объединить. Но опять же мы с тобой получим зеленый шмот. Вот что мне нужно, ребят, достать. Вот это мне нужно достать. Что это, где это будет, пока не знаю, ребята. Но у нас заброшенный мол. Да, и еще помимо этого я, ребята, в жаре прокачался, и теперь у нас... Теперь у нас вот. Удваивается, ребят, все это удваивается, но я не знаю, мне, наверное, кажется, придется сейчас идти еще в жару, проходить вот этот вот уровень, для того, чтобы получить еще пару... Так, поджог, враги атакуют огнем в ближнем бою. Враги двигаются и атакуют быстро. Модификаторы. Пройти комнату 30-ю. Ну давай попробуем, друзья, попробуем. Для разминки, так сказать, для разминки перед основной нашей миссией. Будем сейчас тут наяривать. Надеюсь, все у нас будет удачно. Может быть, даже пройдем. В чем я не особо уверен. Бур. Ну, дали бур. Фиг с ним, бур так бур. Так, враги меня поджигают в ближнем бою. О, фига себе. Так, ну я реактивный ранец сразу же беру. Это не обсуждается. Но хлыщ, сдох? Сдох, по-моему. А, да, само собой, сразу же эхо-патрон берем с собой. Это тоже не обсуждается. Вот турель, турели. Слушай, ну не отскакивают, по крайней мере. Возьму, наверное, вот этот плакат. Ну, плакат, ребята, опять же 35% на определенных мобов, над которыми мы видим. Вон такой вот, видишь, глазик. Не глазик, а типа мишени или что ли-то. Вот они получают 35% больше урона. Это, видимо, рандомно. Так, слушай, отскакивает от стены пуля рядом. Вот, зараза. Я, наверное, возьму баскетбол все-таки. Хотя пуля рядом очень, ребята, круто. Так, ну что, скорость атаки возьмем. Лечение нам пока не надо. Это пропускаем на автомате. Двигаемся дальше. Готов, хлыщ. Ах ты, тить в таракане. Нормально, здесь все пока легко, ребят. Ну, пока. Ой, а это что? А что это за зомби? Я такого раньше не видел, ребят. Что это за жирная толстая тетка была сейчас? Понял. Она плюс кислотой. Так, плюс еще один пронзенный враг. Давай возьмем. Ё-просто, они меня поджигают, не забывай, в ближнем бою. Тетя Моти, выхожу завязывать. Ой! Не доглядел. Так, мне не нравятся вот эти слизи, которые тут разбросаны. Блин, ну это будет жестко тогда получается. А-а-а. Враги поджигают в ближнем бою, не забываем об этом. Вот, голограмму возьму кинетическую. Погнали.
Йо, это что за жаба? Откуда жабы тут еще взяли? И здоровая тетка. Естественно, ребята, здоровая тетка, она плюется здоровыми. Это, наверное, мама того жиробаса, помнишь, которого мы с тобой в свое время пинали? Это похоже на его маму, потому что она тоже жирная, тоже, ребят, плюется какой-то херней. Тот стрелял в нас этими пузырями. Так, замедлять врагов при попадании. Давай, наверное, возьмем бомбу-сапоги. Бомба-сапоги. Есть. Так, давай спускаемся. Блин, патроны бы мне бы, конечно, бы дополнительно бы взять. Вот это было бы дело. Отметить еще одного врага. Слушай, давай. Отметишь. Блин, все-таки задел мне, да? Я горю. Я горю и пылаю от страсти. Жаба. Нифига эта жаба тут расп... Обалдеть, она прыгает. Она истеричка. Жаба, ребята, была чистая истеричка. Урон тут даже не обсуждается. Урон, скорострельность и все такое, ребята, нам нужно в первую очередь. Хил, конечно, тоже нужен, то я ничего не могу сказать против хила. Абсолютно ничего против хила не могу сказать, но лучше брать яблоко. Если уж будет такая возможность, лучше брать яблоко. Все, завалил, что ли, их? Ну да. Даже не увидев, я их завалил. Ой, турель. Турель! Сам виноват, лопух. Слушай, кстати, мы приземляемся. Да, он получает урон. Мы можем его вот так вот забомбить, прикинь. Нормально. Так, увеличит размер рывка. Ох, ёшкин ты кот, ты серьезно сейчас? Ребят, меня жаба нервирует. А во-первых, они очень далеко прыгают. Я думаю, ты заметил. Они прыгают далеко и как-то хаотично. И ты... Как сказать, ты не успеваешь даже среагировать. Дофига турелей. Всех в мясо. Всех в молоко. Двигаемся дальше. Ёпарасоте, ребята. Ну, супер гигантский лазер. Нам не впервой его лицезреть. Гад, ты еще уже сделай мне этот, чтобы я куда бы не прыгнул. Давай по вертикали, ребят. Дополнительные лазеры, ну сам понимаешь, они никому не помешают. Хорош. Крит работает, ребята. Пока работает, но дальше будет видно. Жабы. Что за такая турель, которая... Я понял. Фига себе, ты видел, что жаба делает? Вот так вот, ребятушки. А вы говорите мне, жаба просто взяла напросто и перепрыгнула. Еще не все? Нет, все. Дерьмо собачье, а не жаба, а. Самый говняный пока противник, это жаба, ребят. О, слушай, блин, там было что-то новое, ребята. Было что-то новое, и какие-то невидимые часы. Да как вот от этого должен избежать, если жабы прыгают? Они меня достают, во-первых, на любой высоте, куда я бы не... Куда бы не подпрыгнул. Это раз. Завалил. Так, ну тут надо подумать. Я все-таки возьму урон. Я возьму, ребята, урон здесь. Мне кажется, он мне сыграет добрую славу. Да, отлично. А сапогами, по большому счету, я даже и не...
пользуюсь, я имею в виду прыгающими сапогами. Бабка это кислотница. Не одна причем. Вот, видел вот этот вот значок? Метка. Метка мы ее назовем. Вот когда эта метка стоит, ребят, тогда враг получает на 35% больше урона. Но этих меток не так уж и много. Бабка! Как же ты плюнул-то мне? Блин, ну я же... Ну я же хотел, друзья мои, схитрить. Но бабки на это плевать, на мою хитрость. Вот, вот, яблочко золотое, солидно. Босс. А че я удивляюсь? Босс, да, босс. Самонадеющиеся ракеты, бомбы. Слушай, делай дрянь какая-то. Ай! Готов. Цветущий босс. Да пошел ты, знаешь, куда? Цветущий босс. Да, друзья мои? Я прошел. Я ведь прошел, да? И я уровень получаю. Ну, наконец-то. Наконец-то, друзья мои. Прокачка рулит. Так, 20 золотых. Еще 3000 баксов. Так, следующий будет на 8 уровне у нас награда. Что здесь нам показывает? А, что у меня железо есть. Наверное, сюда в движок, ребята. В движок воткну. Пока все. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего. На шлем 19 карточек. Смотри, часы какие-то. Это необычно. Блин, взять, не взять, взять, не взять. Прокачка шлема будет, ребят. 10%. Я, наверное, куплю, ребят. Прокачаю себе шлем хотя бы немножко. Все? Сброс кэша дает максимальное хп. А что значит сброс кэша? Блин, тут надо на 7 уровне. Я обрадовался, думал, все, сейчас прокачаемся. Прокачался, твою налево. Так, ну что, у меня 2 есть, а нам нужно, ребята, 3. Нам нужно 3. Ну что, ребятушки, смотрим за... Кстати, уровни здесь, подожди, а как тут? Сейчас, секунду, подожди, секундочку. Сейчас, сейчас, сейчас. Я как-то делал так, чтобы... И вот сейчас не вспомню. И я мог пролистывать, вернуться в прошлые, например, эти. А почему сейчас не могу сделать этого? В чем, ребят, проблема? Так, кстати, давай, наверное, тачку протестим чуть-чуть. С новым-то движком. Так, надо на буст. Так. Я, если не ошибаюсь, здесь, вот здесь. Нет, не здесь. Ах, заехал, отлично. Вот тут, да-да-да, вот тут я не был. Блин, туда не заехал, наверх. Черт бы вас побрал, а. Ребят, я что-то взял.
Я взял какой-то чертеж. Здесь я не был еще. Горючее, 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 ребят. Все, бензина нету. На одном нитро. На одном нитро, ты понимаешь, и буста нет, и этого нет. Но, тем не менее. Тем не менее. Движок норм. Так, мой пекаль улучшается. Замечательно. Так, ну что, друзья мои. А, вот, вот как делается, смотри. Вот, пыльное шоссе я в прошлый раз прошел, ребята. Вот, где червь-то этот был, босс. А теперь заброшенный мол. И, кстати, уровня здесь будет до хрена. И еще плюс скоро появится, как минимум 3 уровня добавочных, ребят. А пока у нас заброшенный мол. Интересно, что нас тут поджидает в этом заброшенном моле. Я надеюсь, запчасти на тачку мы найдем. Потому что, ну, они мне нужны. Мне нужна новая машина, ребят. Хотя и это не прокачанная. Убей 25 врагов с установленным. Так, заблокируй 30 ударов врагов за один забег. Офигенно прочитал, конечно. Адреналин. Ой, увеличил, кстати, новые уровни. Магазин. О! Слушай, а враги-то... Враги-то какие сильные пошли. Ты посмотри, раньше я зомбарей, ну, по крайней мере, с удара выносила. Сейчас. Сейчас даже и не думаю об этом. Золотое яблоко возьмем. Лифт. Слушай, ну мне нравится, как уровни сделаны. Вообще шикарно, ребят. Постоянно какие-то новенькие, не то что однотипные, повторяющиеся. Мне вот почему-то сейчас, в данный момент, знаешь, что напоминает? Вот будешь смеяться, наверное, долго. Last of Us. Помнишь, когда она в домах лазит, там тоже такой вид из окна, разрушенные дома. О, реактивные сапоги? Я возьму, ребят, я должен посмотреть, что за реактивные сапоги. А, плюс... Подожди, сколько прыжков? Раз, два. Два прыжка. То есть у меня есть два прыжка, ребят. Ну, слушай, против турели я не 100% будут рано или поздно. Это будет очень помогать. Слава богу, зомби здесь не могут подпрыгивать. Нет, он может, но он что-то... Ах ты, жук ты, тварюга. Так, ну, честно скажу, все-таки хотелось бы, наверное, получить... Горячую картошку возьму. Хотя награды, на самом деле, были шикарные сейчас. И горячая картошка, и там же... Рэй, ты дурак, ты в курсе, нет? Ты дурачок просто-напросто. Нафиг ты так сделал сейчас? Ой, ребята, с таким дамагом. Да ёпарасоты, я думал, что смогу... Там помешало мне... Потолок, блин, короче. Там нельзя было пропрыгнуть. Да, двойной магазин. Даже не обсуждается. С таким дамагом, как у меня. Тут, ребята, шанскрит берем. Я понимаю, что ты хотел, наверное, посмотреть лечение, но... Нечего будет лечиться, если у тебя не будет здоровья. Тут, по крайней мере, хотя бы шанс крита. Быстрее будем зомбарей этих разносить. Я, правда, не сказал бы об этом. Что, мы прям быстрее с тобой зомби разносим? Просто не сказал бы. Ага, ага, ребятушки. А вот и жабы. Которым пофиг, ребята, на какую высоту прыгать. Да, мой дамаг, ребята, желает оставаться лучшим. Но я, наверное, возьму по горизонтали лазеры. Тетя Моти, что вы трете между ног, когда идете? Все, фиаско, блин. Ой, ребята, вот это я... Ну, конечно. Так, эта жижа, ребята, нас замедляет. Это зеленая жижа, которая оставляет вот это чувырло. Она меня очень сильно замедляет.
И здоровье, ты посмотри, сколько осталось. Думал, постою. Постоял. Плохо все дело. А, здесь особо... Здесь особо и прыгать-то негде. Потолки низкие. Дроны паршивые. Жабы вонючие. Я еще на каждый патрон попадаю. Все. Грохнули. Нет, ребят. Тут... тут просто намекает на то, что парень... Пш, тебе здесь не рады. Тебе просто тут не рады. Тебе надо... Слушай, смотри, тут еще... Собери три одинаковых элемента, чтобы открыть... А, я думал, что это такое. Че, мне придется, наверное, идти в жару? Рикошет. Все нормально. А, рикошет. Это у врагов сейчас будет отскакивать пули от стен. То есть у турелей будет отскакивать. Совсем не радостно мне. Вот это возьмем. Гравитацию. Да-да-да-да-да, их не слизь отскакивает. В общем, все как мы любим, ребят. В кавычках. В кавычках, конечно же. И босс, судя по всему, здесь будет червь. Я ненавижу, когда снаряды, ребята, отскакивают. Это прям бесяво. Это прям очень сильно бесит. То есть ты можешь... Ну да, ты можешь попрыгать здесь, побегать. Но так как патроны отскакивают, тебе придется тут пострадать. Увеличу скорость движения. Ты посмотри, а, на, вот, вот навозник, а. Способность летать, наверное, я так думаю, здесь лучше взять. Скорость атаки. Скорость атаки. Ну, кто чё? Ой-ой-ой, у них же отскакивают снаряды. Я все время забываю, что тут снаряды отскакивают все. И патроны, и бомбы. И вообще все. Да, что-то тут как-то... Как-то, друзья, прессует меня. Как мне сейчас повезло-то круто, а? Просто мимо Хари пролетел. Давай вот это возьмем. Контракт. И жаба опять тут. Ну ёпрст ты, ну. Да ёп. Пшкин ты кот-то, а. Блин, что-то делать по ХП, ребят. Ёп. Перный театр. Так, смрада завалили. Хаотичный счет скакивают куда, куда угодно, блин. Ты не можешь даже, не сможешь даже определить, куда они, ребят, полетят. Чё-чё, отвали. И прям в меня, а.
Да что ты, блин? Я туда от снаряда, он в меня. Я туда, он в меня, блин. Бабка, сдохни, а. Чтоб я тебя просто не видел больше здесь. Готово. Готово, бабка. Не надо ко мне подходить. Постоянно надо, ребята, прыгать. Постоянно, блин. Чтобы лишний раз не напороться на этих ублюдочных. Я не знаю даже, как назвать-то. Спортсменша, блин, кто они там? Ну да, спортсменша. Так, давай воздушный лазер возьмем. По вертикали. В данный момент мне плевать, как мне. Что-то игра, ребят, начала. Опять начала подлагивать игра. Я тебе серьезно говорю, она начинает подлагивать. Ой, как ужасно подлагивает. А мне ничего не сделать, ребят. С чем связано, блин, вот этот вот маскарад? Тут же патроны отскакивают, отскакивают. Хорошо так обманул сейчас вот. Сейчас было красиво сделано. Но она прям ужасно стала лагать. По горизонтали. То есть у меня и по вертикали, и по горизонтали теперь. Швабры недобитые. Ну давай, где там внизу? А, не на роликах. Они еще быстро бегают, набирают скорость, блин. Не все, что ли? Так, ребят, ну здесь скорость атаки. Лучше бы, конечно, критовку бы дали бы мне. Крит бы он мне здесь, ну, просто не помешал бы. Но скорость атаки тоже пойдет. Жабы напрягают. Да напрягает просто жабы капитально, ребята. Давай уничтожим эту фигню, блин, достал уже. Объясни мне, дружку, кто там бомбит огнем? Кто там бомбил огненными вот этими вспышками? Я так и не понял, там же не было вроде никого. Турели там точно не было. Понятно, еще и лазерная пушка здесь. А, она, эта лазерная пушка еще и летает. Не как обычно прикрепленная, блин, к стенке. Завалил, завалил я эти пушки. Ну что, надо теперь с этими хламом разбираться. Один решил сюда ко мне прыгнуть. Но че-то какой-то урон-то, блин. По идее, я должен был разносить их вообще на изи, потому что они под метками. Урон на 35% больше, как мы знаем.
Две пули воздушного лазера. Давай. Ой. Да, тут, ребята, жаровню какую-то мне решили устроить. Да как же меня бесят эти жабы. Ну, если бы только знал, как они меня раздражают. Херня, мы же занимаемся полнейшей херней, ребят. Да пушку ты эту бомбани. Чего-то вообще, ребята, блин. Чем дальше в лес, тем больше лагов. Я не знаю, с чем связано. Прям вообще конкретно уже подлагивает. И тут резко отпустило. Резко, ребята, просралась игра и начала нормально бомбить. А к этому я уже не готов, блин. Пипец. Просто, ребята, просралась игра. Я не знаю, с чем. Нет, я не пройду, ребят. Ну, попробуем. Давай, вставай, мужик. Ну. Ну, мы с тобой не фул хп получили. Ну, ладно, хоть сколько-нибудь. Нет, друзья, даже здесь дамага не хватает. Даже чтобы пройти вот этот этап, просто не хватает урона. Вот что я хочу сказать тебе. Подожди, ну ладно, хорошо, не хватает урона. Надо прокачивать, ну, по большому счету. Где? Где мы можем с тобой прокачать оружие? На свитках. Где свитки, блин, брать? На уровнях, блин. Очень интересно. Поджигать воров... Нет, давай это... Эти жабы тварюги, а. Ну ты посмотри, ну как вот ты от нее убежишь, ну? Ну как вот ты от нее убежишь, если она, блин, вот целенаправленно летит в тебя, блин. Ты прыгаешь, и она прыгает. Еще этот бонус дебильный, минус, не бонус, как он называется-то? То, что мы горим от их прикасания. Они дотрагиваются нас, а мы горим, блин. От одной уходишь, блин, тут другая бежит. Ты видел же? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты видишь, чтобы они замедляли? Я вот не вижу, ребят, никакого, блин, замедления. Яблоко возьму. Никакого замедления абсолютно нету. Пипец, хрень, ну ты красавчик. И дроны, по ходу дела, не замораживаются, да? Нет, замораживаются, но что-то все равно я не вижу, чтобы они медленнее, ребят, стреляли. Хоть как-то. Двигается, может быть, да, медленно, но стреляет, это вряд ли. Да, вот тут уже стоит подумать. Я возьму лечение, ребят. Тут уже как бы не до скорострельности, блин. Она прыгает целенаправленно в тебя. Это жаба. То есть ты стоишь, она только тебя видит.
И сразу же делать прыжок веры, блин. В твоем именно направлении. Что, еще кто-то что ли остался? Куча дронов, куча всякой фигни, блин. Я еще застрял в этих коробках. Ну, нахватал урона, блин. Жабы, довалите его нахрен, а? Все это зомби. Ну, еще кто-то остался? На, вон, жаба. С таким хилом. Далеко ли мы уйдем с таким хилом, ребят? Со стольким количеством хп, я имею в виду. Просто атаковали уже в корень. Пипец, хотел сделать прыжок. Стервы достали, он... Скажем, боем все меньше, 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 ребята, у меня здоровится-то. Ой-ой-ой, куда ты прыгаешь? Там еще и жаба, ой, жаба. Бабка. Тухлая, блин. Снаряды отлетают, только шорох от всего, что хочешь и не хочешь. Блин. Так, минус дрон, где бабка эта? Чокнутая. Нормально. Ну, что тут надо? Мусор, ребят, у тебя больше ничего нету. Босс. Цветущий босс. С отскакивающимися снарядами, насколько я понимаю. Лазеры. Здесь не лазеры, здесь, по-моему, патроны будут. А вот это, ребята, трэш. Как тут, блин? Пипец, блин. Все, мне хана, ребят. От горения помер, блин. Я в шоке. Не пройти босса. Да ну нафиг, ребята. У дамага нету, нифига нету. Загадочный сундук. Давай глянем его. Ну и что за сундук? Ключ. Ключ. Ну давай откроем. Посмотрим. Так. Но все равно, ребята, броня фигня. Она первого уровня. Если у меня здесь 124 хп. Ну, понятное дело, что даже не буду заморачиваться. Даже не буду здесь заморачиваться.
Почему он мне показывает, что здесь что-то есть? Что есть-то? Вот это что ли? Я не буду сейчас это смотреть, я буду после... В лучшем случае после ролика. Где мне, интересно, знать, находить эти, ребят? Детали. Если мы, например, с тобой по второму разу пройдем, мы можем находить чертежи, если проходим по второму разу, или нет? Потому что дальше я продвинуться не могу. Убей 25 бинокль. Потому что дальше не получается, ребят. То, что мы с тобой баксы зарабатываем, это, конечно, да, это все хорошо, все чудесно, баксы. Но нафиг мне баксы, если ничего не смогу улучшить. Ну, согласись. Толку от долларов, если ничего улучшить не можешь. Я также не вижу, чтобы здесь выпадали запчасти. А, вон, не, выпадают, ребята, выпадают. Слушай, значит, есть, ребята, смысл проходить старые локации. Конечно, наверное, вообще шикарно накидывают. Шикарно накидывают, я тебе скажу. Вон там опять какой-то, ребята, рецептик выпал. И вот таким вот макаром мы, наверное, с собой прокачаемся. Давай, разыгрывается враг. Урон 10%. Я одному так и не могу понять. Мы когда с тобой играли тогда, у меня было 700 с лишним хп, так? Почему сейчас у меня хп, по-моему, даже 600 нету? Мы с тобой вроде бы ничего не меняли. Мы наоборот только улучшали, усиливались, прокачивались. Давай, наверное, гриб возьмем. Возьмем гриб. За счет грибов немножечко будем восстанавливать себе. Ну, конечно, не очень много, как хотелось бы, но хоть сколько-то здоровья, но брать будем. Так, слушай, шикарно набрали. Во, пули отскакивают. Первый лох. Сам виноват. Тут нечего ныть. Есть минус турель. Летающий-то... Босс разложился. Щи, глазадый. Да так ему и надо. О, тут еще и рулетки у нас есть. Вот он, ребята. Вот что мне нужно. Мне нужно получить прицел. Но мне что-то уже подсказывает, что это, наверное, до того редкая вещь. Или просто я такой нефартовый, что прицела у меня нет. Коллиматорного или как? Коллиматорный прицел, блин. Ну, возьмем их. Но. Оп, не тут-то было. То, что патроны от сена скакивают, это вообще замечательно идет. Это топчик. Топчик топовый. Так, давай сразу этому дурачку накидаем. Что? Это что сейчас было?
Это мне так... Чё меня так откинуло-то? Не, серьезно, что меня так откинуло? Причем жестко. Да. Еще одна пуля рядом. То есть три пули уже получается у меня, да? О! Тут уже... Блин. Тут уже чувствуется дамаг, ребята. Угу. На урон. Постоянно эту штуку трогаю, а? 10% урона. Я боюсь представить, ребята, если будет, например, 100% урона, то что же будет там за имба-имбовая? Представляешь, если прокачать 100% урона... О! Рецепт на прицел, но прицела у меня нету, ребят. А детали от машины могу, например, найти здесь? Или детали от машины только по прохождению уровней? Друзья, напишите мне в комментах, если кто играет в эту игру тоже. Потому что мне кто-то написал, у меня уже вторая машина прокачана. Я так ехидненько прищурился и подумал, либо ты, парень, свистишь мне тут в три уха, что, скорее всего, так оно и есть. Либо ты просто задор конченый. 24/7 тут дрынкаешь. Увеличивает скорость движения, возьмем. Было бы еще, знаешь, что... Тихо. А это, наверное, есть скорость стрельбы, это, наверное, есть скорость перезарядки, скорее всего, ребят. Ну, куда ты там побежал, засранец? Минус крыса и минус дядя. Автоботы вперед. Пронзаем. Нафиг это делаем? Ладно. Обошлось, так скажем. Окей. Так, друзья мои, это гигантская мега-пека. Ну... Да хренушки тебе. А это, насколько я могу понимать, это второй босс, по-моему, да? Минус. Ё-моё. Нифига мы там с тобой набрали. Отходы. Я представляю, если бы мне выпал бы еще один пуля рядом. Это 4 патрона. Это уже, ребят, не шутки. 4 патрона рядом. Прям дробовик. Из дробовиков. У меня еще, не забывай, что у меня пистолет. Это самое, как бы сказать, самое начальное оружие. Самое начальное, ребята, оружие. Мы видели с тобой тут, что там, дробовик. Я видел там еще, по-моему, на призах выдавали снайперскую винтовку. Слушай, нормально я рецептиков набил сейчас.
Смотри, как пронзаем. Пришла погонь ко мне. Ой! Еще и бочонок скинул сюда, рядышком со мной. Ага. Давай яблоко возьму. Я возьму, ребята, яблоко. У нас яблоко, грибы. Ой, ну да, грибы. Отсюда. Грибы отсюда. Вот, то есть хиляться буду по полной программе. Отхиливаться. Прям буду вообще шикарный хиллер. Скорость атаки. Так. Ага, и каждую пулю поймал, ну. Что, опять начинает подтормаживать, мне кажется. Мне кажется пока. А когда кажется, что делаем, ребята? Правильно, крестимся. Найс. Так, идем дальше. То есть с трех выстрелов, ребята, с трех прямых выстрелов я выношу зомбарей. Нормально. Для этого этапа это хорошо. Рецептов нету, рецептов не дают. Мне нужны рецепты, друзья, рецепты. Так, вот эту пушку надо сносить. Ну. Отлично. Вырубил. Стоит на какой-нибудь параш, ребята, затянуться, все. Типа там от одного патрона, потом патрон тебя сбивает, и на другой переключаешься. Это такая вот фигня, блин. Здоровится маловато. Здоровится маловато. Фига вы тут наклепали пушек. Ребятушки, давайте как-то поскромнее, говорю, блин. Блин, и они еще сюда вот этого бесячего зомби воткнули. Так, в минус. Так сказать, в молоко, ребята. Мои пули не отскакивают от стен. Должны же... Должны же отскакивать. Это ну до трех случайных поврапов. Ну давай. А вот, ребята, и босс. Вот и босс, которого я проходил. Я не знаю, сейчас пройдем ли мы его. Где он? Вон он. Ну, вылази, морда. Так, он еще горит, да, я смотрю. Вот это я тупанул сейчас. Сам виноват, друзья. Так, это была обманка. Горит потихонечку. Так, будет сейчас плеваться. Периодически, ну, он урон получает, ребят. Он получает урон нормально. Плюс подгорает. Обожаю, когда он так вот делает. Ну.
Ты меня на это не бери, парень. Он в гневе. Он в ярости. Но я его ушатать должен. Е! Все, друзья мои. Вот так вот я его в прошлой серии и завалил. Приблизительно. Только у меня оставалось хп. 4 хп, по-моему. Если не соврать. Там ничего от него не остается? Нет. Угу. Все мои награды, которые я получил за прохождение этого этапа. Ствол могу вкачать. Так, атака 42. Ну что такое 42 атака? Ну, это вообще ни о чем. Ботинки. Так, 72 хп. Смотри, какая фигня, ребят. Получи новое мощное оружие, необычно лазерная пушка. Лазер, значит, здесь еще будет, друзья, ко всему прочему. А вот с железом беда. Я не знаю, где, ребят, получать железо. Где получать? Я здесь даже до первого... А, я же на боссе сфейлился, да? Заброшенный мол, я, по-моему, сфейлился здесь на боссе. Ну, давай еще разочек попробуем. Если бы мне вот выпало бы, как сейчас выпадало, 4 патрона, там вот это все, возможно, и прошли бы. Но слишком... Слишком мобы тут сильные. Убей 25 врагов с установки. Заблокируй 30 ударов за низови. Как я это должен сделать? Как я должен это сделать? Заблокировать это... Прям сосунок я из сосунков. Ну, посмотри. Ну, что это? Давай, двойной магазин. А теперь представь, когда у тебя лазер, да? И ты наносишь по 2 или 3 заряда. Это вообще имба. Это, наверное, вообще имба, друзья мои. Давай, пронзает пули. Пронзающие пули. Ах! Все время я забываю про этот потолок, а? Лазеры. Хотя яблоко, наверное, надо было лучше взять. Ну, ладно, взял лазеры, так лазеры. А что там за первый босс? Пушка, да, по-моему, летающая? Или, или бабка плевунья, я уже не помню, кто тут босс-то у них. Первый босс, я имею в виду. Так, пуля рядом стреляет. Стреляет плюс одной пули. Пуля рядом. Ну, тут, в принципе, разницы нету. Что эхо пули, что пули. Как бы, ну, хорошо, конечно, подкинули. Да, я не спорю, ребят. Такой билд. Они бьют на опережение, что ли, не пойму, блин. Я, куда я прыгаю, туда летит патрон, блин, обязательно. Вот они, бесявые ребята. Вот они, бесявые эти твари. Причем прыгают на любую высоту, где бы я ни находился. А, видишь? Прыжку там стерва готовится. Хотя, может быть, надо было поварапов брать. Слушай, ну от 0 до 3 поварапов. Наверное, все-таки, ребята, это было бы имбой брать.
Пипец, я сейчас, ну как так надо было тупануть, ну Рэй. А с другой стороны, блин, я здесь не виноват, ребят, они... Пипец. Вот так вот на обычной, ребят, фигне фейлимся. Там чмошница бабка плюется, блин. Да. Столько здоровья, просто... Ну нафиг, ну я хотел, ребят, я думал, успею перепрыгнуть, ну не успел. Да. Без яблок. Снижает урон, создает защитный барьер при повреждении. Я, наверное, возьму лучше это, хотя скафандр тоже был бы неплох. Бабка-то плюющаяся дерьмом, блин. Ну вот как так, ребят? Ну, немножко замешкался, все. Да иди ты нафиг. Да, ее, конечно, тут атаковать. 57, 57, 57. У нас урон ни о чем. О! О, друзья мои. Я получил еще одну деталь для нашей будущей тачки. Да и дробовик. Блин, или это не дробовик, или это приклад от дробовика. Что такое? Похоже было. Где эти кикиморы? Где эти жабы? Жабы в данный момент, это, ребята, вот идет бабки. Плющийся говном. Давай. Возьму гильотину. Шанс убить врага с маленьким здоровьем. Твою мать. Ну ебарасы-то, блин. Тут выбор. Либо, блин, идти туда погибать, либо туда. Давай турель-то попробуем завалить. Так, что-то выпало там. Там какой-то рецептик, ребята, выпал. Козел взял, все-таки подпрыгнул, задел меня. Так, ну и что у нас получается? Есть еще гриб-то? Один грибокчик всего был на уровне. Ну так нечестно же, блин. Такой уровень спокойный, да? Просто два ходячих, ну не два там, кто ходячих зомбарей. Возьмем вот это вот. Мы куда-то с тобой наверх идем. Турель подбить бы нам. Пипец, блин, Рэй. Подбить, говорю, турель бы эту. И нахватал, блин, немало дамага, блин. Не дамага, а урона. Хотя бы грибы есть, спасибо на этом. Че, ребят, наверное, хил придется брать. Вот почему-то он опять, ребят, не стреляет в турель. Ну... Но...
Опять в ближайших этих зомбарей стреляет. Долбаных. И, ну неужели? Так, этого в минус, этого в минус. Все. Спасибо. Блин, я хотел грибы проверить. Проверил, блин. Так, ну гриб десяточку мне подхилил, ребят. Ой-ой-ой. У меня же вроде пронзающие патроны. Не вижу, чтобы они пронзались. Ну. Ах, так, жидкий азот. Враги взрываются при смерти. Давай лазера возьмем. Всегда куча пушек, блин. Ну давай, 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 турели вот эти вот. Ты издеваешься, турели, блин, ну. Окей, так, где эти засранцы вшивые? Все равно, еще раз, ребят, повторяю, не хватает урона. Ну, не хватает. Я прям чувствую, что его не хватает. Пипец, прыгнул, называется. Ё-моё. Опять такая же ошибка, ребята, была. Хотел схитрить. Но не схитрил, не получилось. Не фартануло, не срослось. И грибов тут нету, верно же? Конечно, какие эти грибы, Рэй? Пойдешься без грибов, называется. У меня всего 40 хп. Ну в плане, блин, за... Слушай, это швабра сдохнет сегодня или нет? Ребят, он начал бомбить тремя лазерами. Ёк, макарёк! Давай, парень, вставай. Слушай, мы же, по-моему, этого тогда запинали, да? Я немножко расстраиваю другое, что у нас здоровье. А, он еще... Он во время еще, ребята, когда выстреливает, он... Да неужели? Ну, тут что, сапоги есть только? Мечтай. О сапогах. Ах. Это жаба, что ли, блин? Да пипец.
капец, просто попадаешь, ребята, под удар, и все, и ты ничего сделать не можешь. Она сбив... Все, короче. Тебя жаба трогает, все, ты сбиваешься, сейчас прыжок сразу... Ты сдуваешься, блин. Ну и че это, блин? По-моему, самые паршивые, ребята, это жабы в данный момент. Да. Просто прыгают на тебя и все. И ничего ты сделать не можешь. Нету ни защиты от них никакой, ничего не помогает. Что мы можем прокачать? Шлем. Блин, всего 5 хп в плюс. 5 хп в плюс. Так, ну что, друзья мои, я, наверное, буду на этом закругляться. Я пойду за кадром, естественно, посмотрю вот эти вот сундуки. И уже увидимся с вами в следующей... Так, вот это вот, наверное, я куплю. И уже увидимся в следующей серии. И, ребят, ну, само собой, продолжим играть. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.